Золотая маска 2018 года открылась. Идемте, чтобы увидеть своими глазами то, что больше всего обсуждают в театральном сообществе. Те спектакли, которые стали событиями. Москва. Театр имени Пушкина. Спектакль «Барабаны в ночи». Постановщик Юрий Бутусов, кстати, один из самых номинируемых на «Золотую маску» режиссеров. По пьесе Бертольда Брехта, с которой начался путь великого драматурга. Он представил нам интереснейшую интерпретацию вечно острой темы о человеке, который восстал против социальной несправедливости. Времена дьявольски ненадежные. Каждый мужчина нынче на вес золота. Я очень люблю режиссера Юрия Николаевича Бутусова, и мне близко все, что он делает, и всегда это очень интересно. Всегда для меня это какой-то профессиональный рост и возможность посмотреть на все совершенно другими глазами. В общем, если вы в Москве, смотрите. Приглашаем вас на театральный фестиваль «Золотая маска». Пока, конечно, есть билеты на сайте. Заходите к нам на ticketland.ru или в наше мобильное приложение ticketland.ru в любое время дня и ночи, когда вам удобно. Покупайте билеты, ставьте лайки на это видео, делитесь со своими друзьями и пойдем в театр.